Так. Да, звук есть, запись идет. Хорошо. Ну что, присаживаемся на коврик. Рада всех видеть. Доброе утро. Давайте мы настроимся на нашу практику сегодня. Прикрывайте глаза, выравнивайте спину. Полное йоговское дыхание. Разгоняем с себя остатки сна. Стараемся глубоко и длинно дышать. Привязывать ваше внимание к дыханию. Давайте мы попробуем сегодня удерживать дыхание в одном и том же ритме, а движение уже будем привязывать к дыханию. И давайте мы поставим наше намерение на занятие сегодня. Сверим наше намерение со второй целью мастера Джасун Капы на этот год. Насколько наша цель является полезной не только для нас, но и для всего остального общества, для всех людей вокруг нас. Многие преподаватели йоги говорят о том, что наименее эгоистично будет сесть на коврик и позаниматься с собой, чтобы взаимодействие с миром стало более эффективным. И потянитесь через стороны. Руками вверх, опускайте их на грудь. Делаем глубокий вдох. Тело, речь, ум и короткое простирание. Хорошенько потянитесь руками вверх, руки в замок, со стороны в сторону. На вдохе старайтесь руки убрать за линию шеи, несколько скруток для шеи. Почувствуйте, что шея не напряжена, плечи опущены. Очередной выдох. Руки перед собой, округлитесь. Хорошо, руки можно опустить на колени. Несколько вращающих движений плечами назад. Один круг на вдохе, второй на выдохе. Потянитесь руками к полу. Несколько боковых наклонов для головы. В наклоне говорим «да». Мягко начинаем прокатывать подбородок по груди от одного плеча ко второму.
И теперь постарайтесь от плеча к плечу носом нарисовать радугу. Объедините эти два движения, несколько кругов в одну, несколько во вторую, если это упражнение не доставляет вам дискомфорта. Так, на очередном вдохе мы выводим руки за спину, смыкаем их как можно ближе друг к другу. Нижнюю челюсть уводим за верхнюю, стараемся поцеловать потолок, прогнувшись в груди, вдох. Хорошо. И с выдохом вытянулись вперед, расслабились. Можно потянуться за правое бедро, за левое. Хорошо. Вдох. Снова вытянулись вверх. Руки убираем в стороны. Работаем запястьями. Запястье вверх, вдох. Запястье вниз, выдох. Еще вдох. И выдох. Большие пальцы в кулаки. Сделайте несколько круговых движений прямыми руками. Пускай это будут небольшие круги, почувствуйте хорошенько ваши лопатки. На вдохе раскройтесь, подбородок вверх. Выдох, большим пальцем левой руки внутрь, подверните под правую мышку. Вдох, раскрылись, под левую. Еще раз вдох, выдох. Еще несколько раз. Почувствуйте, как хорошо включается верхний плечевой пояс. И еще по разочку на каждую сторону. Вдох. И выдох. Опружните руками назад. И пару боковых наклонов. И на вторую сторону. Отлично. Снова потянулись руками вверх. Руки возьмите в намасте. И уведите это намасте за голову. Опускайте руки на затылок. Ладошкой вверх. Да, пальчики смотрят вверх. Немного головой упритесь в руки. Шея свободна. У вас плечи опущены. Локти в сторону, насколько вам это удается. Не обязательно низко опускать руки, пускай это будет такое положение. Главное, чтобы вам было удобно. Еще пару циклов. Разверните голову вправо, руки в замок. Нажимаем головой на руки. Руки немножко сопротивляются. На вторую сторону. Включайте мышцы спины. Хорошо. И теперь противоположным локтем тянемся к колену. Постепенно скругляем спину. Исходное положение. И на вторую сторону точно так же. Отлично. Так, аккуратно из этого положения выходим на четвереньки. Угу. Повращайте стопами хорошенько. В одну, во вторую сторону. И сделайте такие как будто захватывающие движения пальцами. Старайтесь разбросать их хорошенько. А потом как будто вы что-то схватили и подтянули к себе. Разбросали и подтянули.
Хорошо. Немного повытягиваем наши подъемы, колени вверх, потихоньку. Супер. Сбросьте напряжение с ног. И теперь запястья тыльной стороной ладошки опускайте на пол. Большие пальчики внутрь. Можно подойти коленями поближе к рукам. Внутреннюю поверхность локтей вывернуть наружу. Очень хорошо. Снова прокатите, пожалуйста, запястье. И уведите колени в стороны, руками вытягивайтесь вперед. Грудь опускайте на пол. Если хотите, можете поставить на пол подбородок, либо опустить лоб. Постарайтесь хорошенечко потянуться. Угу. Аккуратно выравниваемся. Угу. Снова колени вместе. С выдохом округлились. На вдохе прогнулись. Хорошо, опустились, свели лопатки. И теперь правая нога в упоре. Подверните пальцы к полу. Левую ногу вытягивайте назад. Можно хорошенько пятку потолкать. Подсогните ногу, и у нас несколько круговых вращений. Левым коленом сначала в одну сторону, 8 раз, а потом в другую. Пускай один круг будет на вдохе, второй на выдохе. Проверьте, чтобы спина была неподвижна. И в обратную сторону. Выдох, колено к себе, округлитесь. Вдох, пятку назад и вверх, плечи опущены. Противоположная рука уходит вперед. Старайтесь ногу и руку поднять повыше. Захватите рукой ногу, петельку уводите в потолок. Отлично. Мягко руку и ногу уводите в стороны. Можно сделать несколько таких вращающих движений. Ногой, рукой, навстречу друг другу. И теперь несколько раз. Вдох, нога вперед и вверх. Выдох, нога, рука в сторону. Вдох. Хорошо, выдох. Вдох, выдох, еще разочек вдох и выдох. Секунду задержались, опустили левую ногу на пол. Можно несколько раз сделать выдох-вдох, почувствуйте сустав. И правую руку вверх. Можно согнуть руку, поставить ладошку за голову, локоть еще выше. И ныряем под левое плечо. Правую часть головы ставим на пол. Округляемся, накатываемся.
Отлично. Аккуратно отсюда. Хорошо поработали. Снова нейтральное положение для спины. И теперь левую стопу в пол. Правой начинаем вращать по кругу. Вдох. Выдох. Отлично. И в обратную сторону. Двигается только нога. Выдох. Колено к груди. Вдох. Пятка назад и вверх. Опустили лопатки. Противоположная рука вперед. Стараемся закрыть ей ухо. И обхватываем рукой ногу. Петельку вверх. Отлично. Уводим руку и ногу в сторону. Несколько вращательных движений. Не обязательно выпрямлять ногу полностью. И теперь вдох. Уводим руку и ногу вперед и вверх. Выдох в сторону. Живот по-прежнему смотрит вниз. Вдох. И выдох. Еще дважды. Отлично. Секунду задержались. Опускаем ногу на пол. Можно несколько раз подвернуть и прогнуться в тазу. Нейтральное положение. И левая рука вверх. Руку убирайте за голову. Отлично. Еще чуть выше. И занырнули под правое плечо. Левую часть головы на пол. Округлились. И накатились немножко на шею. Не забываем про дыхание. Дышим глубоко, ровно. Отлично. Аккуратно отсюда таз вводим назад. Вытянулись вперед. И аштанга намаскар, грудь ставим между руками. Хорошенько отталкивайтесь от пола. Вдох, проскользнули. Пхуджангасана. Мягко опустились на пол. Сбросьте напряжение со спины. Правой рукой мы захватываем левую ногу. Обязательно нижние ребра достаньте от пола. Вторая рука и нога у нас прямые, уходят вверх. Вдох. Отлично. Отдохните.
И теперь на вторую сторону точно так же. Левой рукой правую ногу. Вдох. И отдохнули очень хорошо. Отлично. Усаживайтесь на ягодицы. Угу. Левая нога у нас упирается в правое бедро. Прямая спина, развернулись в сторону согнутого колена. Делаем боковой наклон. И с выдохом разворачиваем живот по прямой ноге. Стараемся хорошенько вытянуть спину. Чувствуйте заднюю поверхность ног. Чувствуйте, как с каждым выдохом раскрепощается, она становится мягкой, ноги длиннее. И тело пускает вас опуститься глубже. Молодцы. На вторую сторону точно так же. Вдох, боковой наклон. Разворачиваемся животом по левому бедру, расслабляемся. С выдохом поглубже и аккуратно выходим из этого положения. Отлично. Итак, у нас еще одна виньяса. Мы выйдем стоя на ноги. Таз назад, выдох. Аштанга намаскар. Проскользнули между руками, вдох. И выдох, собака мордой вниз. Вы хорошо потянулись, почувствуйте вашу собаку, попедальте ногами, постарайтесь повыталкивать грудь. Угу. Мягко опуститесь в планку, подтягивайте хорошо живот, почувствуйте, как включились мышцы пресса, груди. Подсогните колено, вдавите грудь в сторону ног. На вдохе левая нога пошла вверх. Раскрыли таз, согнули левую ногу. И ставим ее за правую. На вдохе таз вверх, грудь раскрыта. Камадхарасана, поза танцующей собаки. И выдох, снова собака мордой вниз. Очередной вдох, правая нога пошла вверх. И согнули ее, раскрыли таз, поставили за левую. Правая согнутая, левая прямая, на вдохе таз вверх.
И снова собака мордой вниз. Отлично. Левую ногу мы ставим между руками. Я развернусь на вторую сторону. Таз раскрываем. Угу. Встаньте ногами на достаточное расстояние. Левая смотрит влево. Правая у нас параллельно нижнему краю коврика. Вытянули правую, согнули левую. Угу. Хорошо вдавили ягодицы в себя. Копчик опустили вниз, руки в стороны. Можно раскрыть ладони. Почувствуйте левую ягодицу, сожмите ее. Почувствуйте, как за счет этого сжимания у вас раскрывается левый тазобедренный сустав. На вдохе потянитесь по правой ноге, да, на правую прямую. Выдох, можно поставить локоть на согнутую левую и вытягиваем правую сторону корпуса. Вдох. И выдох. Вдох. Сзади вас как будто стена, старайтесь не уходить в наклон. Я имею в виду не вперед, не назад, не заваливаться. Еще раз вдох. И выдох. Несколько секунд постойте в этом положении. Если есть возможность, можно опуститься немножко глубже. Либо подхватить бедро. Молодцы. Выпрямляем левую ногу. Выходим на высокие пальцы правой. Угу. И теперь мы выталкиваем правым локтем правое колено. Левая стопа вверх. Ровная спина. И с выдохом мы стараемся уйти по диагонали корпусом. Чувствуем, как хорошо вытягивается внутренняя поверхность левой ноги. С выдохом еще немножко глубже. Отлично. И теперь снова закрываемся в собаку. Я на эту сторону закроюсь. И у нас получается правая нога теперь уходит вперед. Раскрываемся, согните правую, левая параллельно нижнему краю коврика, руки в стороны, раскройте грудь, сильная правая ягодица, чувствуем, как за счет левой ягодицы у нас выравнивается таз, воздушные косточки на одном уровне, тянемся макушкой вверх, живот подтянут, тазовое дно подтянуто. И полетели, вдох, наклон напрямую, выдох, на согнутую, вдох и выдох, вдох, выдох, отлично. И выдох, останьтесь. Можно опуститься глубже. Можно подхватить бедро. Таз выталкивайте вперед, плечи наоборот назад. Отлично. И теперь левую ногу согните, правую сделайте прямой. Правая стопа смотрит вверх. Локтем выталкивайте колено в сторону и уходите в наклон. Стараемся выталкивать спину.
позвоночник от копчика до макушки в одну линию. Отлично. Очень хорошо. Опускайтесь на ягодицу. Угу. Снова меняйте ноги. У вас левая теперь впереди, правая уходит назад. Можно подставить под руки какое-то возвышение, блоки. Можно прямо на кончиках пальцев потянуться. Итак, на вдохе мы вытянули спину. Следите за тем, чтобы стопа лежала на полу, колено было вкручено вниз, смотрело вниз, а не в стороны. Не обязательно, возможно, вы будете вот так сидеть, это вполне достаточно. Если есть возможность, наоборот, можно голень повыше. Хорошо. И пяткой несколько раз потянитесь к спине. И вытягивайтесь вперед, чувствуйте раскрепощение в левом бедре. Глубокое длинное дыхание. Отлично. И на вторую сторону точно так же. Правая нога впереди, левая назад. Прокатывайте таз. Вдох, раскройтесь. И вытягивайтесь по бедру. Не заваливайтесь, пожалуйста, на него. Да, не нужно вот так вот делать. Закрывайте подвздошник к полу. Молодцы. Супер. Так, Бадхаканасана у нас. Объединим обе стороны. Прямая спина, ноги раскрывайте, как книжку. И аккуратно живот уводите вниз. Локтями помогайте расталкивать колени. Очень хорошо. Молодцы. Так, несколько раз сверните колени в одну, во вторую сторону. Можно прижать их к себе, покачать немножко. Угу. Молодцы, шикарно. Так, ложитесь на спину, ноги вытянуты, руки в стороны. Хорошенько потянитесь, выровняйте спину, хорошо зажмите ягодицы. С очередным выдохом поднимите корпус, потянитесь руками вверх, почувствуйте, как хорошо пошли мышцы живота, да, включились ваши стабилизаторы, весь живот в тонусе.
стопы на себя. Тазовое дно тоже подтягивайте, тренируйте его по чуть-чуть. Отлично, мягко опускаемся, руки в стороны, левая нога у нас на правое бедро. И мы бедро уводим в сторону правой руки, можно рукой даже немного помочь. Взгляд на левую, стараемся не поднимать лопатку от пола. Молодцы, исходная. И на вторую сторону левая нога вытянута. Правая на бедро. Стараемся не поднимать лопатку от пола. Найдите устойчивое положение, зафиксируйтесь и расслабляйтесь. Отлично, молодцы. Угу. Так, мы хорошо поработали со спиной. Давайте мы сейчас уйдем в перевернутое положение. Угу. На вдохе мы поднимаем ноги вверх. И мягко с помощью рук таз закидываем за голову. Шея вытянута. Угу. Можно поставить таз на чашу из рук. Несколько секунд постоять так. Простите. Можно вытянуть обе ноги вверх. Старайтесь сводить локти максимально, придерживайте спину как можно ближе к лопаткам. И мягко можно выкладывать спину на пол. Удлиняйтесь ногами, сделайте компенсацию, руки положите под ягодицы. Угу. И на вдохе прогнитесь в груди, так, чтобы макушка стала на пол. Ноги как будто пытаетесь поднять. Локти как можно ближе друг к другу, плечи раскрыты. Вышли на локти, опустили поясницу. Очень хорошо. Молодцы. Хорошо, теперь я предлагаю вам немного подышать. Угу. И после этого мы будем опускаться в шавасану уже. У нас как раз, я думаю, 40-45 минут занятия, плюс 5 минут шавасаны. Угу. Так, сделаем. Давайте Надя Шотхану. Средний указательный палец у нас на область межбровья. Делаем глубокий вдох. Перекрывайте правую ноздрю, выдыхайте левую. Тут же делайте вдох. Перекрыли левую, выдыхайте правой. Тут же вдох.
Или крылья правую, левую, выдох. Глубже вдох. Правая, выдох. И вдох. И работайте в своем ритме. Я считаю 12 циклов. Дорабатываем последний цикл, заканчиваем на левую выдохом. Опускайте руки на колени, несколько полных вдохов и выдохов. Отлично. Отследите ваше состояние. Вспоминайте о вашей мотивации быть живым примером, мыслить масштабно, так, чтобы ваша жизнь была значима не только для вас, чтобы ваша жизнь была значима в масштабах вашей семьи, вашей страны, планеты Земля. Что вы можете сделать сегодня для того, чтобы стать настолько полезным? То, что мы сделали только что на коврике, это самый лучший вклад в здоровье всей планеты. Выкладывайте себя на спину. Уделите себе еще буквально 2 минуты в шавасане. Постарайтесь полностью расслабиться. Когда кто-то просит нас о помощи, это великолепное время для того, чтобы посеять семена, чтобы когда мы нуждались в чьей-то помощи, в какой-то помощи, она к нам пришла. Как мы можем спланировать нашу жизнь так, чтобы в ней не было препятствий? Старайтесь помогать другим устранять эти препятствия.
И самое главное, стараемся запомнить, возвращаться к этому осознанию каждый раз, когда разуверяемся в себе, когда не верим в свои силы. Нам дано столько талантов. Мы за нашу жизнь развили столько привычек с помощью йоги, полезных привычек. И все это для того, чтобы сакральная божественная сила действовала через нас. Мы все внутри знаем, как правильно, мы все знаем, как нужно. И просто в определенный необходимый момент сделайте так, как вам подсказывает ваше сердце. Мягко начинайте приводить тело в движение. Если необходимо, потянитесь. Уводите себя на бочок. Возможно, вам нужно немножко больше времени. Шавасана — хорошее время расслабиться, подумать о главном. Ну а что еще может быть главное в том, чтобы свериться с нашей, со второй целью, да, помочь всему миру сделать нашу жизнь значимой. Наверное, это то, что так же добры и сострадательны мы должны быть к себе, к самим себе. Если мы чувствуем, что нам нужен отдых, если мы чувствуем, что нам нужна помощь, мы не стесняемся отдыхать и просить эту самую помощь. Я благодарю вас за занятие. Вы большие молодцы. Мы отлично поработали сегодня. Леночка, вы большая молодец. Отпускаю вас с наилучшими пожеланиями. Сегодня пятница, поэтому впереди прекрасные выходные. Хороших праздников. До свидания. Намасте.